Подачу газа в Соболево возобновят только к концу июня. К этому времени краевые власти планируют привести в порядок поврежденный паводком участок газопровода в селе Соболево. Согласно графику, газоснабжение села будет восстановлено по временной схеме до 22 июня. В краевом правительстве рассказали, что часть техники уже завезена на место. Материалы и трубы доставлены. «Газпром этими проблемами занимается. То есть причина установлена. Сейчас вырабатывается решение проектное, каким образом эти работы провести. Я сегодня настаивал на том, что чтобы не было никаких временных вариантов. То есть сейчас нужно делать, значит, с учетом будущего отопительного сезона. Поэтому такая задача поставлена. По словам главы региона, временная схема подачи голубого топлива в село может не выдержать предстоящего осенне-зимнего периода. Поэтому капремонт на аварийном объекте нужно сделать в течение летнего сезона. Губернатор добавил, что все соцобъекты были оперативно обеспечены обогревателями. Температурный режим в детском саду, школе и больнице находится в пределах нормы. Соцучреждения продолжают работать. Сейчас выходили на улицу с этих... 40 человек вышло, 22 или 2, 21. Здравствуйте. Владимир Илюхин подчеркнул, что ситуация в селе Соболево находится под постоянным контролем краевых властей. Напомним, разгерметизация участка газопровода в районе реки Котельниково произошла 9 мая. В результате была прекращена подача топлива на ДЭС и котельные, что привело к их остановке и отключению теплоснабжения села.